Всем привет, друзья, меня зовут Александр, это канал Alex86play, мы продолжаем прохождение Resident Evil 3. Короче, мы в больнице, если кто ничего не помнит, забыл или запамятовал. Мы, собственно, в больнице, мы ищем вакцину, чтобы помочь Джилл. И, короче, нам нужно доктора найти. Вот и все, собственно, продолжаем мы с этого момента. Так, что у меня по патронам? Ему, на самом деле, очень много дают травы. Я не знаю, с чем это связано, но такое ощущение, что опять будет какой-то обоз. Скорее всего. Так, ладно, погнали. Так, что по патронам? Есть патроны на пистолете. Хорошо. Так, куда нам нужно? Найдите вакцину. Окей. Но тут опять трава, тут... Что-то наверняка будет. Так, а я откуда пришел? Я отсюда пришел. Да, я с крыши пришел. А я не был здесь. Или я здесь был? Так, ладно, пойдемте. Комната персонала. В комнату персонала. Ё-моё. Ё-моё, сколько кровищи. Что-то мне это не нравится. Ой, как мне это не нравится. А, ну я... Погоди, а это что за... Здравствуйте, там кто-нибудь есть? Ой, ну там их куча. Бля, сколько кровища-то, а. Ну тут опять этот лизун, поди, с языком. Вот это 100% станет. Гад, не хочет вставать. Да вы серьезно, вы же встанете. Так, это моя тень, да, бывает. Можно испугаться собственной тени. Так, журнал медсестры 29 сентября. Мы устали, клянусь богом, устали. Но делать больше нечего. Этот хаос просто никак не остановить. Поступают все новые жертвы. Они умирают, а болезнь распространяется быстрее, чем мы справляемся. Так что мы даже уже не стараемся. Ага. Это крики. На этот раз вас не поймет. Потому что когда нам всем конец. Поверить не могу, что мы бросили своих пациентов. Для миссер хуже всего это не может. Поэтому от ужаса. 21.00. Мы слышали, как пролетел вертолет. И тут же перестали рыдать. И жаться друг к другу. Но звук начал отдаляться. Теперь мы остались одни. Доктор Янг. Простите за все. Я вас подвела. Что-то приближается. Помог. Что, блядь? Что-то приближается. Я понял, что что-то приближается у вас тут. Ну, они... Да, вон царапины, собственно. Они реально встанут, когда я буду выходить обратно. Так, а что я здесь не нашел? Что это? Обычный замок. А, все понял. Патрон для винтовки. Патрон для винтовки, записка. Напоминание от руководства. Вопросы по ID-картам. ID-карты нельзя вносить на территорию больницы. При каких обстоятельствах? В целях ID, чтобы найти. В личные шкафчики перед уходом с работы. Благодарим вас. Руководство 20 сентября. Пропавший ключ от комнаты со шкафчиком. Ключ от комнаты со шкафчиком куда-то пропал. Человек, который в последний раз им пользовался, кажется, потерял его где-то во дворе. Пока его не найдут, запасной ключ будет храниться в офисе администрации, чтобы получить его в конце смены. А сдайте руководство. Руководство 4 сентября. Бля, какие-то... Сейчас, серьезно? Опять ключ?
Так, а где комната руководства? Комната персонала, вижу. Процедурный кабинет. Пост медсестры. Бляха. Бляха, жутко. Так, у нас запись вообще идет. Так, идет. Я не знаю, почему они не встали. Они ведь должны были встать. А, ёпта, не пугайте. Телефон, блин, заколебал пугать. Телефон заколебал пугать. Так, и чё, куда мы идем? А я здесь не могу пройти. Здесь баррикады. Здесь по-любасу баррикады. Так, откуда я пришел? Я пришел вот отсюда. Опа. Опачки. Okay. Not this way. Так, не сюда. А там кто-то долбится. Здравствуйте. Выходи уже. Давай, выходи. Бля, они не встают, но потом они обязательно встанут. Я вам полюбас курю. Так, а это чё? Это палата. Это типа я должен открыть палату? Бля. Так, а от сейфа там что? Да ты серьезно, падла? Лежать! Как здесь всего много? Серьезно вам говорю. Спокойно. Контрольный. Так, а записи на пленку. На Дакота. Кажется, я знаю, что стало с пленкой доктора Б. Ее забрали его помощники. Кто-то на что-то из кавчика сестринской. И отправил в процедурный кабинет. Попробую добраться туда и поискать кассету. Окей, процедурный кабинет. Не унывай, крепись, друг. Так, процедурный кабинет. Это вот здесь. Пока ничего не понятно. Тут есть сейф, но я когда нигде не видел. Да, поспокойно. Этот падла... Сетевые функции недоступны, потому что отключен кабель интернет. Чего? Ты чё, бля? Ты чё, бля? Лежать буду. Чё-то сеть отвалилась. Патрон для дудовой штурмовки. Короче, для штурмовой винтовки.
Нахрен встала, дура. Так, опять трава, а не ручная граната. Все горит красным, понял? Я что-то маленько не понимаю. Встанет она или не встанет? Че? Ага, здесь все. Так, трава. Травушка, муравушка, хорошо. Боль. Спокойно, где ты? Где-то щелкает. В урне, что ли? Точно. Нихера вы спрятали. Нормально вы так спрятали. Так, ну тут, блин... Так, это фикус. Тут я, в принципе, ничего не нашел. Так, погоди. А давай посмотрим, может у меня что-нибудь есть. А, записка на пленку, информация... Журнал медсестры. Журнал медсестры, журнал медсестры. Напоминание. Это как? Это ID... Так, а где он сказал? Ключ от комнаты. В офисе администрации. Окей, а где у нас офис администрации? Я не знаю, где офис администрации, но... Есть только комната персонала. Прачечная. Непонятно. Так, может в записках... Да, бля, погоди, ты что ты делаешь там? Может, записки медсестры? Есть ключ от сейфа? Нет, здесь нету. Здесь тоже нету. Ну, нету. Ладно, идем дальше тогда. Здесь я не могу пройти, здесь у меня еще вот здесь проход. Куда это? Так, а что у меня? Четверочка. Угу. Да что ж все позакрывали-то? Так, ну нам предлагают, в принципе-то, собственно, вниз прыгать. Но туда я что-то не хочу. Потому что как я потом оттуда выберусь? Сейчас, серьезно? Так, ладно, объединим. Так, ключ. Так, сейчас не понял. А как я... Ё-моё, что это было? Отдайте... Блин! Я там что-то не взял. Ну, серьезно, что ли? Да ёлки-палки. Это вообще не прикольно. Почему я не могу перепрыгнуть? Так, вот это что такое? Обычный замок. А! Ключ типа все открывает? Или нет? Операционная... Двор, блин, я там упустил. Ладно, хер с ним, если что, спустимся сюда.
Так, а где это я вышел? Где это я сейчас вышел? Может, не надо было открывать? Так, ну здесь тупик же. А нет, да. А что-то я не понял, как это оно показывается. Интересно. Да, мы здесь были. Аварийный вход. Это Мишка, да, я помню Мишку. Там этот был, да. Чудило. Как его открыть, непонятно. Как его открыть, непонятно. А где мой напарник шляется? Интересно мне знать. Так, мы где, кстати? Мы возле... Я вообще заблудился. Представляешь? Ага. Тогда я тебя не нашел. А ты вот он где. Так, ну здесь мы давайте сохранимся тогда. Получается. Получается, сохранимся. Блин, ну тут много всего, в принципе. Если у меня есть ключ, можно мы спуститься вниз. Наверное. Там, блин, шкафчики всякие были и прочее. Так, что мы делаем? Хранить. Так. Так. Сохраняемся. Так, что у нас было-то? 37, 38, 39. Давайте 40. По сути, нам можно спуститься вниз и там все обшмонать. А потом уже сюда прийти снова и... Ну, блин, больница большая. Собственно, как я и говорил... Так, погоди. А это как это пройти-то? Ну, блин, ну тут они реально сейчас все посыпятся. Я вам 100% говорю. Надо, короче, что делать? Вот эту брать и быстрый доступ вот сюда. Вот. И пойти. Тут что? Тут сейф. А тут что? Тут дверь закрыта, надо ключ-карту. Штурмовая винтовка, серьезно? А там еще что-то? А как туда попасть? Блин, интересно. Интересно, ладно, давайте объединить. Стоп. Так, изучить, объединить. Угу. Хорош. Вот же, блин. Ну, блин, туда я не знаю, как попасть. Опять загадка. Допустим, здесь я перепрыгнул. Где зомби?
Но я не могу. А почему не могу? Непонятно. Вот же, блин, засада-то. Как туда-то попасть? Там, главное, через чё? Она получается где-то вот здесь. Вот это что там за комната была? Так, тут окей, тут дверь. Я здесь что-то еще не взял? Или нет? Или чисто... А как вот к нему попасть? Ну, он, наверное, сам пробьет, скорее всего. Ай, как же много-то всего. Так, спокойно, а здесь что? Тут комната с голосом. Да. Вот что там лежит? И как туда попасть? А, ну там чемодан. По всей видимости, он пока недоступен. Так, ну-ка попробуем. Нет, серьезно? Блин, а для чего? Ключ от шкафчика, что ли? Ну, все понятно. Значит, мы зря сюда пришли. Значит, мы зря сюда пришли. Я не знаю, как его взять. Я вроде бы там. Там причем обычный чемодан. Может, он потом откроется. Блин, как все сложно. Какая нахрен большая больница? Как к нему попасть, непонятно. Уа. То есть доктор сидит заперт где-то в этой больнице, да? Мой друг тоже где-то здесь, но его не понятно. Где он? Короче, как же вы все за это, Оля? Во кругаля навернула. Погоди. Где этот хер? А я, собственно, не знаю, куда ключ ставить. Я вам серьезно говорю. Куда ставить ключ? Если честно, я уже заблудился. Я почему-то заблудился.
Бегаю как дурачок. Спрыг только вон там. Там он что-то лежит. А, погоди! Так а я с какой стороны ты спрыгивал? Вот с этой, да? Да, блин, я туда же и пришел. А как туда-то прыгнуть, попасть? Че? Кто ходит? Так, я опять круголя дал. Ладно, простите, пожалуйста. Хочется как-то, блин, взять эту штуку. А как ее взять, я сейчас пока не понимаю. Так, где был шкафчик? Ключ от шкафчика. Ой, бля. Музыка тоже такая вообще. Загробная тишина. По сути, вот. Вот здесь. Нет, не здесь. Вот он, чемодан. Так, я здесь был? Здесь сейф. Так, нам не сюда. По сути, да, мне надо вот спрыгивать, либо вот там. Либо вот здесь. Ну, бля, баррикады. Бля, баррикады, ладно, пойдемте сохранимся. Что-то я реально жутко протормозил. Так, 40, 41. Окей. Получается, только вот сюда нам надо. Обычные шкафчики, они все встанут. Так, приготовлю сразу гренку. Так нет, блин, здесь же то же самое. Бля, чего ключ-то мне дали? Ключ от комнаты со шкафчиком. Персонала. Ну а я-то сейчас где? Комната персонала. Он не работает? Самое-то интересное, что, блин, вот он ключ. Собственно, замки-то вот они идут. Ключ от комнаты, шкафчика персонала. Так, что ты зажевал? Серьезно вам говорю. Может, они должны были встать? Но они не встали. А-а-а! Ё-моё. И чё? Твою! Я не могу. Вот пугают-то, а. Вот она. Большая ID-карта. Ой, жесть, вот пугает-то, блин, тварь.
Так, ну и все, собственно, сейчас они встанут. Серьезно, а чего вы не встаете? Так, окей, и где была ID? Ключ-карта. На первом этаже было. И вот здесь, да? С электронным замком. Так. Вот, все, сохранение авто идет. Значит, сейчас что-то изменится. Че это за нахер? Кто это? Япона мама. Это кто? Это кто? Господи боже! Чё за тварь? Погоди. Чё это за нахрен? Чё за твари? Чё за твари пошли? Было, короче, внизу ключ-карта нужна была. Это я точно помню. Так, 40, 42. Это я точно помню, вам говорю, серьезно. Серьезненько. Так, чё у меня там? А, ключ можно оставить, окей. Ключ хранить не нужен. Вот здесь есть, короче. А, нет, это запертая дверь. Нет, это не запертая дверь. Так, ну тут, походу, все-таки некуда больше идти. А вниз, походу, мы пойдем. Так что давайте мы сюда зайдем. Или мы не сюда зайдем. Или мы давайте через посюду зайдем. Окей. Ебать, их сколько там. Чё их там? Раз. Их там два, да? Так, а как-то войти? А, сейчас понял. Да ёпля, вышло. Так, а там? Нам обязательно что-то надо? В лаборатории-то. Ага.
Тут опять шкафчик. Красная трава. Стоит, а? Ой, патронов что-то не... А, это просто была запертая дверь, да? Так, ну все, осталось только вот это вот. Так, чё, пойдем гасить их? Давайте сохранимся. Где сохранёвка? Где сохранёвка? Там их двое, ну блин! В принципе-то они убиваются, но у меня нет гренки, жалко. Жалко, у меня нету гранатомета, который уджил. Так, что у меня есть? У меня есть зеленая трава, есть красная трава. Есть ID-карта, которая не нужна. Ну, у меня здесь, в принципе, вообще все в траве. Так, объединить. То есть, вот смотри, опять. С собой ее, что ли, потаскать, пока, в принципе, место есть. Ладно, пускай будет. Пускай будет на всякий случай. Так, я сохранился? Что-то я уже забыл. Что-то я уже позабывал. Позабывал. Так, ладно, все, погнали валить этих тварей. Ра-ра-ра-рам. Музыка вообще накаляет, реально. Вот прям бы знали, как она накаляет. Атмосферу вообще создает. Так, спокойно. Так, гренка. А, блядь! И как? Ахуй. Прошу за выражение, это валят-то они нехило так. Нормально он так делает, бля? В смысле я погиб? Почему? Чё-то нихера не понял. А как их валить-то? Чё-то слушай, вообще жестко на них патроны ушло. Сейчас, может их потом валить? Всё-таки это чё это? Это процедурный кабинет. Ладно, давайте еще раз попробуем. Так, не сюда. У меня желтенькая была, и он меня с одного выстрелил опять. Патроны реально уходят.
Я не знаю, чего это стоило или нет, но такое ощущение, что, блин, реально. Это не лизуны, но, блин, они тоже ни хера себе. Было все хорошо, то есть. И кобздец. Аудиокассет, хорошо. И все? Серьезно, блин? Я нахрен остался без патронов, без всего, то есть и... Жесть. И просто жесть. Ладно, пойдем сохраняться. Сохранимся на другую, если что. То потом. А-а-а! Да хорош! Ах ты ж падла-то, а. Блин, он опять старик. Не дал сохраниться, надо было бежать. Да, интересно. А как хвалить-то реально? Это вообще нереально так-то. Гранату бы, да. Так, ладно, пойдемте-ка вниз сходим. Сходим вниз. Потому что, смотрите, я выпустил, блин, 100, да 200 даже патрон. На этих тварей, и я не знаю, как с ними быть. Так, это не сюда. Может, надо будет в конце туда эту аудиозапись. Не понимаю сейчас маленько. Сейчас маленько не понимаю. Ну, веселые твари. Веселые твари, ничего не скажешь. Туда нельзя почему-то пропрыгнуть. Не, ребята, жесткие так-то, блин. Вообще караул. Так, тут чё? Тут обычный шкафчик. Откуда их там двое взялось? А, их там даже трое! Это что за гон? А откуда? Операционные. Здравствуйте. Блин, ну тут ни хера нету. Зеленая трава. Когда они выбьют? Когда их там... Когда их там, капец, блин... 10 человек накопится, что ли? И главное, откуда они там появились? Вот это вот, что за бред? Так, ну здесь мы затарились конкретно... патронами. И карточка, смотри, в принципе, все, не нужна. Окей.
Ой, бля. Так, окей, давай я тебя выкину. Световая граната, световая граната. Так, посори, погоди. Так. Выбросить. Так. Так. Да, все. Типа вот здесь мы затарились как следует, да, патронами и гранат. А, у меня две ручных гранаты. Хорош, гранатами-то я их вообще вынесу. Так, ну и все, значит, пошли сохраняться. И сейчас эти твари выйдут. Выходите уже, да? Нет, они не хотят. Они не хотят, ну и хер с вами. Ну и хер с вами. Блин, не знал, что так долго на самом деле. Капец просто. Ну вот эти замки, кстати, могут быть и для Джил. Потому что к у нее отмычка. Так, где сохранялка? Ладно, сохранимся давайте и, пожалуй, на этой ноте все. Не успели, малеха. Ну ладно. Ну да ладно. А, погоди, надо выложить. Чё у меня там? Так, чё у меня тут выложить? Зеленую травку выложу. Выложу. Так, это чё такое? Ай, плеер. И световую гранату одну выложу. Так, хранить. Хранить. Все. Две гренки и патронов дохерища. И для пистолета не дохерища. Собственно, вот так. Собственно, вот так вот. Травку возьму на всякий случай. Травку возьму на всякий случай. Пускай будет. Пускай будет. Пускай будет. Пущай будет. Все, на этом, собственно, все. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.